Более 1 миллиарда долларов. Таков объем двустороннего товарооборота между Азербайджаном и Германией за первые 7 месяцев текущего года. Рост по сравнению с аналогичным показателем прошлого года составил 24%. Статистику на двустороннем бизнес-форуме Баку привел замминистра экономики Азербайджана Ниази Сафаров. По его словам, на данный момент две страны реализуют 9 совместных проектов общей стоимостью около 30 миллионов евро. Сотрудничество между Азербайджаном и Германией постоянно развивается. Сегодня в нашей стране работают 154 компании из ФРГ. Некоторые из них являются подрядчиками в 66 проектах на общую сумму в 1,6 миллиардов долларов. Инвестиции Германии в экономику Азербайджана составили 615 миллионов долларов, из которых 96% вложены в ненефтяной сектор. Азербайджан, в свою очередь, вложил в экономику Германии 3 миллиарда долларов. Выступая на форуме, посол Германии в Баку Вольфганг Манник заявил, что Азербайджан является одним из основных партнеров ФРГ на Южном Кавказе. В Азербайджане отмечается устойчивый рост экономики. Это радует как Европейский Союз, так и Германию. Но потенциал экономики страны далеко не раскрыт. Азербайджан становится для ЕС важным энергетическим партнером и в перспективе будет играть роль транспортного коридора в регионе. Ваша страна – это самый большой и наиболее стратегически важный партнер Германии на Южном Кавказе. Отметим, что Азербайджано-германский бизнес-форум привлек внимание большого количества участников из государственного и частного секторов двух стран. Основными темами для обсуждения стали перспективы развития связи частных секторов двух стран и определение нового вектора развития сотрудничества. Фуат Байрамов, Намиг Асанли, CBC.